Yeah, boy. Красавица. Какой ты наблюдательный вообще. Петух не спорит на нас. Шеляев. 10:30, да. Покажу обязательно. Он еще не приехал. Он в пути. Последний раз, ну да. Ну, я не знаю, смогу ли я это сделать. Будет очень трудно, тут же смотрят теперь. Выгоняют, если что. Не знаю, почему он плачет. Почему ты плачешь? Должны плакать, не знаю, близкие. Они будут. Еще мама тебя приедет, да? Да. Всем красавица у тебя. Да, 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 салют. Надолго посмотрим. Да. Там прилично будет. 7-10. Да. И глупый вопрос, чуваки. Я просто, блядь, по кайфу ходить сюда. Где прийти? Прийти сегодня не сможет. Судя по всему. Не хочет смотреть на то, что будет тяжело слишком. Да, да, ну а что делать, болею, похер, надо сходить в трек. Ну вот, пока я пришел со своими, еще приедут, Хайвей приедет, вот. Да, привет всем. Ну вот, Хайвей приедет, Макича. Все свои приедут, короче. Вот. Да. Салют, салют. Да он еще не приехал. Ну, они вчера писали, сказали, что будут. Кто? Хайвей? Нет. Хайвей сколько там? 20 человек. Привет, привет. Мы. Популярите в этой суке. Это... Нет. У меня не полный, он на учился в институте. Я хрен знает, кто это чувак. Да пусть смотрит, что. Пис все. Ну вот. Не, почему он Янг? Он молодой бизнесмен. Но они еще скоро приедут. Надо будет, говорит, двигать свои жопы. Вот. Молодой ты Догобэнк. Шаришь, чувак, по-любому. Да, мой факт верно. Не знаю, я просто предтрансляцию сделал. Вот, перед этим. А после суда тоже будет трансляция, как бы. Я тоже решающий. Я не знаю, спроси. Кто пишет, слышишь, Вадим. Тебя смотрит Бэнк Плей, да, это очень круто. Вадим? Да, новый трек просто космос. Любимое дерьмо. Бэнк в этой суке. Я помню, что какие-то там петушки писали, то, что я всем инфу сливаю, то, что трепа не посадит, что какую-то хуйню, вы что, чуваки, не несите херню. Я ни с кем из вас не веку. На коннект не ухожу. Только ты ему кабиться. Не очень футбол. Дальше больше. Следующий будет только как бы лучше этот фристайл такой был, чисто на отъебись. Сделать, как бы в сентябре обещал, надо было выпустить. Вот и все. Ну да, это кокаин арт делал, но он пиздато делает. Да. Чё не спите-то? Да, тяжело вообще было вставать так все в 6 чем-то, чтоб приехать, блядь. Вот такие дела.
можно было еще поработать. Ну, конечно, понятное дело, там очень сырой альбом, как бы, и... Но... Я обещал, просто надо было выполнить обещание. Ну, а что держать уже? Как бы, свит в Англию свалил. Ну, вот. Да у меня желания особого не было делать, как бы, еще. Я хотел сделать 10, да, 10-15 треков. Но потом подумал, что это ни к чему, и решил выпустить, и все. А вот сольный альбом будет очень сильный. Такие вопросы, чувак, я не отвечаю. Чего? Просран на материал. Короче, чуваки, это очень долгая тема. У нас есть там сколько-то треков. Вот. Ну, короче, очень тяжело. Это надо Бакшу, блядь. Веробитс там вообще все отдал негру злому на тейпы. Ваша компания, блядь, чуваки, вы чё? Ай-яй, аккуратнее с языком. Контора, я к бафе бизнес, сука. Писи там деньги, скидай мне на карту. Тут на входе, когда будет заседание, будет выключать телефон, и, короче, проблема. Теперь, потому что приходили и фанаты, фоткали его, короче, и их выгоняли. Нет, я не был. Ну, была мысль, уже нет. Уже на лояльности. Да. Да нет, у негра разобрали уже материал, все в порядке. Мы с Бакшем в Парисе налетели, у него типа, ой, сюда, сука. Но он дал материал. Цена домочка в камеру, конечно. Как, кстати, трэпа в порядке. Ну, смирился, что я могу сказать. А он негр? Нет. Вообще не негр. Такой дрищ такой белый. Вообще белый, блядь, брок. В Бакш негр, по-любому. Ну да, блядь, чё? Так пишешь, что вот это злой негр. Мой средний палец для прокуратуры. Да пух, вряд ли ты меня найдешь, чувак. Мой номер доступен лишь единицам. Шарик. Парик. Дул, кай. Я же злой белый. Это у кого есть 4К на эксклюзивную. У кого есть 20К на эксклюзивную информацию. Ах, лучше белый. Не, я лучше белый. Я треку выведу. Не знаю, он еще не приехал. По 70 дней. Ну, да, круто, чё. Давай, типа, заводись. Ну, да, сначала его заводят, поэтому мы заходим все. Конечно. Сука, я просто кричу. С трепой совместку сделать. Мы должны были в сентябре сделать, но, как видишь, сложилось обстоятельство вот так вот. У нас Веробитс и Бакш Коннект. Они меня продюсируют, и Бакш вообще мой менеджер. Как бы глупый вопрос. Мы делаем деньги вместе. Почему меня впускают? Ну, потому что мой глупый вопрос, чуваки. Где прийти? Прийти дома. Здесь. Народ набирается. Я. Звуками. Чё, давай тебе еще вопрос. С трэпой. Сидит? Трэп где-то рядом. Уже подъезжает. Совместку не знаю. Нет, это некрасиво так делать. Надо, если ты делаешь совместку, должен вместе с человеком обсуждать как бы вопросы, все дела. Оба. Идти по одной линии, а если ты... Если человек делает на свои мысли, а ты вкладываешь потом свое, то получается не совместка, получается просто какой-то дроп ебучий. Пока коннекта с трэпой нету, потому что у него телефона нет. Он в СИЗО.
Голосую такой, я трэпа. Войти. 82. Дурабец. Вот такой вот голос трэп. Я монстр. Я рокстар. Я рокстар, я трэпстар. Трэп. Это трэпа. Ну чё, где ещё? Нет. Как может голос у человека поменяться? Господи. Ребят, ребятишки. Кто-то меня сюда смайлами закидывает. Мария. Нафига у тебя сколько людей? Зови своих друзей. Слышь, Мария. Дроп. Да, паук укусил. Питер Паркер, ебой. Чувак, ты просто такой бищий, супер, просто понимаю. Это файл. Чего? Фейк? Ебога. Все, буду сидеть как пыль. Освободите, прийти. Другой трап дерьмо. Да. Как бы мы ждем коннект. Будет вести твиттер. Как этот, блядь, как его Кас из ВГ. Да. Строгий коннект. Москва, Питер. Блять, я больной, бля, приехал на эту ебучую. Суд. Как каска порядок. Рэпа не будет. Уже 10, через 10 лет может быть. Я за него как бы не ручаюсь. Касса катулки пили. Ну а что им еще делать, чувак, когда ему дали лет 13, не помню сколько. Чуваки, поменьше таких вопросов, пожалуйста. Девушки, зайдите. Просто не могу с такой, чуваки. Сова живой. Подпишусь на тебя. Ебой. Давайте лайк. Ну, это кассу из ВГ. Гамлет, ну да, ну вообще им вроде пятеру дали. Плюс ему засчитали год. Ну где-то трешка еще, да. Бля, ни хрена не слышу. Ну, говно, это нормальный парень. Посадили. Даже я уже сидел где-то в 12 году. Раньше же было френдом, да еще до френд-сити. Когда мы посадили, пока он выйдет, расскажет, я не буду рассказывать эту информацию. Разве не знаете, значит, знать не надо. Но расклады не как у трэпа, более лояльные. Нет. Не несите херны, чуваки. Сколько ты будешь сесть, хорошо? Не думаю. Я еще на свободе побегать хочу. Нет, рассказ про гамма не дропали. Сказали, пас, что он сидит на металлострове. Да, я Диэнк, я Бэнк. Поэтому мусора идут на. Янг Бэнк. Да, я просто нихера не слышу. Господи. Я уже забрал скрою все эти вот эти херни. Через трешку еще. Ну, хоть четырех. Попытаемся вытащить как можно быстрее. Пока сидит. Телефон есть.
Все, по кайфу. Все хорошо. Устроился там как надо. Сколько там по времени? Скоро, блядь, суд. Где мама там тряпка? Конечно, что трэпы. Трэпы? Потому что он в СИЗО, чувак. Там запрещена вообще всякая связь. По кайфу. Да, че? Ну, у всех своя любовь, пристрастие, так сказать. Это был. Да уж. Что-то правда. Трахать бусар. Толчки у них там. Вообще не берет. Кайфу ждем. Ты что, как они вообще обычно начинали? По-разному, сейчас вообще вовремя будет, мне кажется. Все в порядке. Просто поначалу они постоянно запаздывают, там полчаса так. Вообще пиздец. Не, сейчас, мне кажется, будет вовремя. Ладно, пора завершайся такой-то. Все, всем пиз. Последствия мобильной связи с Шереевым.
Что нет иного вещества, качественного цвета, но лежит лишнее ему. Пока вы не следите за рождество, уходит из этого цвета, и студент нас противоречил характер. Цель показания следует сообщает о разных процессах, чем для тех, как уж мы лично не переживали. Характеристикам общественной опасности, поэтому личное ширия общества, что смещающее наказание, проявление, назначенное наказание, управление, проявление, 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 не состоит согласно заключению комиссии судебных экспертических экспертов человек и человеку с обладанием многолетней экстенции не страдает от него. Имеются признаки истерического расстройства личности, однако данные недостойки не исключают изменения дисциплинарной зоны экспертизы, также применение дополнительных складных экспертизы. Проведенный 23 августа 2016 года в отношении Шаляева. Основные меры для комиссии Yeah.
Нафту обіцяти, конечно, було буде теж ринок раніше якось, але не вирішення сюди, по тому було номер 1,60 2013 року. На 20 мая 2013 года, 18 июня 2013 года включить. А правда, что я его заслала ревнище совершенно поступление к смертным пунктам Б-6, кстати, не происходит информация на Каеве. На дубте коротного вещества дрожа с 1 августа 2015 года по пункту 2-6, кстати, до сих пор только Каеве, с сосудом и не составом поступления. И должно быть обдавано в основном порядке Санкт-Петербургской городской суд в течение специальной аэропроглашения определенных продаж, потом вручную против договора. Понятен приговор Шарьева? Вроде порядок оправдан, понятно? Судебное заседание закрыто, копия приговора получит следственный изолятор. Хорошо, если это можно, то можно. Напишите, когда передадите вам. Охуеть, да, чуваки. Блин, что сейчас? Ну там все низко, короче. Бля, это очень круто, чуваки, да пиздец. 4 года на этом, а? 4 года по итогу. Ну, подожди, как стал? Ну так учитывая то, что... Да, 4 года, да. Три года, чем ты сказал вообще вначале? 3 года, 7 месяцев. Это за тот, а там еще частично прикрепили старый, получилось 5. Старый, 3,7 и плюс 5. 5 лет, 7 месяцев. А сколько сидит в итоге? Ну, блин, если у него полностью зачтется, там получается год и 3 месяца. То есть 4, ну, короче, 4 с копейки получается. Если еще полгода выйдет. Да, охуенно, чувак. Я рад, пиздец, я порадовался. Я просто... Давай, братан. Все, пацаны, спасибо. Давай, братан. Лайнби. Вообще на сторонку есть ворот? Ебать. Вот такие дела. Бля, не туда. Бомби. Я сделал это. Я думал, это вообще невозможно будет. Блядь. Ебать, рад. Никто не пришел. А? Всем, кто не пришел. Да, всем салют. 246 человек, блядь. Ты сука, блядь, рад тому, что, блядь, это не 10 шарите, не 20. Ну, это, кстати, да. Да, и рад еще, что заснял это все, ты пиздец. Вот такие дела. Пизда по старости будет стареть, короче, перед фокусом, сколько стоит. Сколько, да. А в итоге-то, блин, ну, где-то 5. Да, приговор. Да. 5 вроде. Ну там меньше. Там 3,7 было, а потом... 4. Нет, 3,7. 3,7, короче, 8. И год он с чем-то там его держали. Короче, 4,7. Ну где-то дали, да. Все, до свидания. Да, ни за что, ни за что. Видите, блядь. Мусора рады. Мусора рады. Беспокоят. О, тачка трэпа. Почти Бугатти. Бэнкплей герой, ебой. Такие дела, мне короче. Руки тряслись, жесть. Да пиздец. Ты знаете, как это стрёмно, блядь, меня там уебали нахуй. Блядь, подожди. Сейчас, нахуй. Полный, блядь. Это моя тачка вообще-то. Ну да, блядь, чувак, по-любому.
Ебой, все, это круто очень. Все, скоро трэп выйдет, блядь. Все, пизда вообще нахуй. Пизда русскому рэпу нахуй. Я думал, десятка будет, все. Да, это пиздец, чуваки, я ебал. Не, ну я доволен, реально. Я в шоке, на самом деле. Вайнби! Мне сказали 5,7, типа, и еще, типа, зачтут, это просто реально. Да, это очень круто. 3 года или 5. Но там меньше будет, успокойтесь. Но я думаю, года 3 выйдет он еще по УДО, если будет себя хорошо вести. Коннект будет, конечно. Е2 это очень мало, ты че ебнулся? У него только по старой кусовке 3,7. Ебать, он там обрадовался нахуй. Да, он там радостный. Да, это пиздец. Я вообще не рассчитывал на такую. А ему не сказали, если он будет? Или что-то не слышал? Ну, в общем режиме, не знаю. Вот такие дела, короче. Да, блядь, не за что. Да, по УДО выйдет. Спасибо, Пашенька. Вайнби! Курите? Нет. Это очень мало, я не курю. Это мало, пиздец, вы что, гоните? Да, круто, что не 8, круто, что не 7, круто, что не 10 и не 20, блядь. Вы что, ебанулись? Он там, наверное, раза 4, наверное, перечитал. Да, судебный стрим, бля, вообще, я на самом деле, он такой не... Чё скажете, господа? Ебать, 22 уже. Всем привет. Да, я просто, бля, в шоке, я тебе отвечаю. Главный игрок этого города. Ебой. Вайнби for life. Янгам 103 с чем-то. Снял, чтоб да пиздец. Смотрите, как стрёмно было. Я просто там сидел в шоке, блядь, воевал. Свага стиля. Где, блядь, хотя бы настроение, блядь, поднялось от этого, пиздец какой-то. Не, 5 лет это херня, вот для того, что он сделал, ты херня, чуваки, я вам говорю, просто кричу. Ему вот за это могли дать спокойно 15-ку, 20. Да, не, там быстрее выйдет, ты чё, если он будет себя вести адекватно, а не как трэпа. Сказал, типа, спасибо, что пришли, братва, пацаны. Типа, я ему такой, Вайнби, он такой, Вайнби for life. Ну, ты просишь на руки? Нет. Да, не знаю, будут, наверное. Ну, выйдет, будут. Нет, не было. Да там подстава, короче, была просто. Да не суть. Что там, 5 лет, 7 месяцев? Ебое. Уже на район, блядь, приехали. Нас сейчас такси вызвали, быстренько доехали. Статья 228. Да, пиздец, я обрадовался, как, блядь, пятер, это ж просто, ну, реально сок. Просто будете приезжать. Нет, у нас связь будет. Там, блядь, чуваки, будет телефончик, будет вам твиттер, все дела. Я вам говорю. Все будет классно. Да, опять это вычтем, который отсидел, да. Ну, понятное дело, чуваки, у него только 3,7 условка, понимаете, это получается 2 года всего лишь за то, что он сделал. Это, блядь, вообще ерунда. На Металлстой, там же, где и Гамчик сидит. Ну, ему же общий режим дали. Не могли выплатить? Да, сразу надо было решать вопрос. IMB for life. Ебой. Ну, короче, вот такие дела, но я просто в шоке, на самом деле. Я до сих пор просто я прийти позвонил, мы друг другу кричали минут 10. Гам за то же самое, только немного другое. С новыми корешами. Да не, у него все в порядке, чуваки. Гаму дали пятеру там. Плюс еще год вычислили. Ну, короче, ему 3 с чем-то осталось там.
Но быстрее вы несите там 2.5-3, и он будет у нас уже на квартале. Трэпы? Ну да, здоровее стал. Часть 2, я честно не помню, там. Вот там вообще инкриминировали разные, там четвертую и третью, там третья вроде. Янгам на квартале, да. Вот такие, короче, да, ладно, всем пиз, всем удачи, любите Ваймбиха, слушайте хорошую музыку и ни хуйню ебаную. Вот. В интернет, да, пока нельзя, но будет, когда уже у себя на хате, будет все кайфово. Ну, ждите, короче, эти, блядь, как называются. Фристайлы, аудио от трэпы. Ну вот. Чё мы написали? Чё написали? Не понял, о чём ты. Слышь, вот это ват. Ват. Да, не знаю, короче, но я думаю, раньше выйдет всё, блядь, по кайфу. Ват, да. Ебой. Чё ты там, про что написали? Да слышь, не уебывайся вообще, пёс. Ты свой паспорт учись находить, а не в клубах просирать, блядь, чтобы находить на суду. Дебил, блядь, мог бы ученический взять. Хорошо, сон. Обзывает барыжи. Чувак, да короче, ладно, все. Всех люблю, всем пиз. Давайте, подписывайтесь на группу Bangplay. Bangplay поймайте и все. И слушайте музыку. Вот, здесь информация, все будет в Bangplay.